но уже не те. Мы не живем делами грешными. Пусть в перчатках, в масках, в духоте твой юбилей отметим вместе мы. Сенечка, внимание на экран. Поскольку все мы в изоляции, то поздравления на дистанции тебе мы шлем из разных стран. Ты на нашей шхуне капитан, старпом Марина, а матросы мы. Экипаж из самых разных стран, поблажек в рейсе не попросим мы. Суждено по воле волнам плыть, ведь карантин когда-то кончится. Тебя увидеть очень хочется, а значит так тому и быть. А на Кипре ждут тебя друзья, нам расстояние не помехаю. Видно, Алекс с Лёлею не зря сюда с Израиля приехали. И, конечно, Люда с Игорьком нашли приют на чудо-острове. Всегда в пределах зоны доступа и рады всем друзьям притом. А еще Берлин на карте есть, всегда вам рады, Саша, с Ноною. Стоит только прилететь и сесть, и встреча будет грандиозною. С нетерпением ждет тебя в Москве друзей бесчетное количество. Где есть у Галкиных владычество, принадлежащее семье. Галкины тебе привет и шлют от берегов Днепра могучего. В Украину юбиляр ждут. Так просто. По любому случаю. Пифлаксы в решоне лицеон тебе готовят поздравление. Узбекский плов как спецлечение. Коронавирусу заслон. Пусть корона, вирусный запрет, не отберет корону гения. Вновь зажжешь волшебной рампы свет очередного представления. И все вместе дружно скажем речь от благодарного отечества. Передовое человечество, Сеня, тебя обязано беречь. Сеня, выпьем за тебя сейчас. Нечасто юбилей случается. Виртуальный тост на этот раз на удаленке оглашается. Друг наш Сеня, будь нам всем здоров, и шхуной правой рукой уверенной. Вакциной дружным мы проверены. 120 лет и мазл тов. Друг наш Сеня, будь нам всем здоров, и шхуной правой рукой уверенной. Вакциной дружбы мы проверены. 120 лет и мазл тов.